Всем привет! Сегодня я приготовлю новогодний латте. Первым делом в кипящее молоко добавляем кардамон, ванильный сахар, мускатный орех, гвоздику, молотую корицу. Хорошенько все перемешиваем и даем остыть. Потом остывшее ароматизированное молоко переливаем в френч-пресс и взбиваем его. Затем готовим эспрессо. После чего в чашку переливаем эспрессо. Добавляем взбитое молоко. И сверху выдавливаем взбитые сливки.